Итак, я все подготовила, ребят. Ой-ё. Посмотрите, какой он классный просто. Дальше мне все работает. Я буду рассыпать. Вот деловая. Добавки. Ой, какой противный звук. Всем привет, ребят, с вами я, Маша. И спустя 100 тысяч миллиардов лет я снимаю, как я делаю ристок и вообще хоть что-то связанное со слаймами, потому что таких видео очень давно не было, и многие из вас просили. Поэтому сегодня я буду делать ристок, но не полный, я покажу несколько слаймов, потому что если показывать весь ристок, это видео будет длиться вечность. Одну вечность спустя. Сегодня мы сделаем 5 дизайнов. Я сначала вам хочу рассказать, как примерно я придумываю и как создаю слаймы. Или как я придумываю новый ристок. С самого начала я подбираю шармики. Если, например, в магазине я вижу какие-то красивые шармики, я их беру. Например, сегодня у нас будут вот такие разные шармики. Они очень классные. Я подбираю эти шармики, потом прихожу домой, придумываю название, и уже по этим названиям я беру добавки. Ну и уже начинается изготовление нашего слайма. Я уже все помыла, обработала руки. И сейчас мы начинаем делать слайм. Это у нас будет оригинал. Давай лови оригинал, живи оригинал, двигайся бит оригинал. Вот база. И сейчас я вам покажу шармик. Это слайм будет вот с такими няшными шармиками-арбузиками. И вот беленькая база. Она очень глосси. Глянцевый. Сейчас начнем подбирать добавки. Итак. Я все подготовила, ребят. Сейчас начнем добавлять в наш слайм. Берем вот такой розовый краситель. Так, ну и сразу давайте же добавим вот такой вот ароматизатор арбузика. Выливаю всю вот эту вот баночку. Возьму вот такие шарики, потом вот такие шарики. Разные посыпки, кружочки, сердечки, палочки, арбузики и вот такие вот семечки типа. Ну а сейчас я пока должна перемешать все это, перед тем, как я добавлю добавки. Ой-ё. Ребята, вот такой вот получился цвет. Мне он нравится. Сейчас давайте добавим шарики, а добавки буду сыпать на дно баночек. Так, у нас получается, так как шармик розовый, соответственно, у нас будут не красные, то есть у нас не красный арбуз, а какой-то розовый, недозрелый арбуз. Угу. Поэтому у нас все будет такое розовое, нестандартный арбуз. Ну, кстати, на этот слайм еще нет наклейки. Но да. на такие будет. На некоторые слаймы уже наклейки. Есть. На некоторые слаймы уже есть наклейки, а вот, например, на этот пока нет. Кстати, пишите в комментариях, как нам назвать эти слаймы, чтобы нарисовать наклейки, потому что мы вот вообще не могли ничего придумать, поэтому если комментарии открыты, пишите, как назвать слаймы. Я предложила пузик-арбузик. Маша сказала ерунда. Я еще хочу сюда добавить вот такие вот типа семечки. Чуть-чуть. Сейчас уже начинаем мешать все это, ребят. Пока ты мешаешь, я сейчас добавлю все по банкам, рассыплю на дно. Так, мы всыпем арбузы. Ну, вообще, сейчас посмотрим, какой получится микс. Кондитерская посыпочка еще. Наверх можно чуть-чуть посыпать. Давай наверх. А, да, еще же наверх нужно будет, да. Ну вот, ну-ка посмотрим, как смотрится. Ничего себе. Давайте вот так положим туда уже слаймик, потому что я перемешала. Так, вот украсили еще сверху, но хотя еще шарики поднимутся на пластиковые. Красиво. Шарики красиво получилось, да. Сейчас разложим до конца все. Разложим, посмотрим, сколько баночек у нас получится. Так, рассыпаем. Дальше меняемся работами. Я буду рассыпать. Вот деловая. Все, мимо не рассыпаем. Итак, ребята, разложили мы слаймы, и я буду ждать, пока поднимутся шарики, потому что если я сейчас положу шармик и украшу, оно все утонет. Поэтому подождем, пока поднимутся шарики, тогда я уже украшу и положу шармик. Переходим к следующему слайму, он у нас будет клир. Итак, сейчас будет слайм кунг-фу панда. У меня вот будет вот такая вот кристально просто прозрачная база. Не хочу ее много тыкать, чтобы были пузырьки, поэтому давайте сразу сейчас добавим добавки. Добавим добавки, обожаю. Добавим вот такой ароматизатор Rainbow Candy, давайте сразу его добавлять. Тут будут вот такие блесточки, звездочки. Вот такие фима крупные. Я добавлю именно вот эти бело-розовые лапки, пандочки и цветочки вот такие.
сейчас заливаем ароматизатор. Он будет бесцветный, кристально-прозрачный. Так, ароматизатор сейчас придется мешать, и скорее всего. А давайте тогда я помешаю потом, когда уже все добавки добавим тогда. Я сейчас, ребят, сниму кусочек в лайк еще, видосик. И еще мы решили добавить вот такие белые бинг-су. Подписывайтесь на Машин лайк, если кто не подписан. Туда самые первые попадают в видео со слаймами, да, быстрее, чем в YouTube. Так, окей, давайте засыпать сначала бинг-су. Все, я думаю, хватит. Да, я тоже что-нибудь насыплю. Это все, да, придется? Это все высыпаем. Так, теперь такие вот цветочечки. Получается очень красиво, мне прям очень нравится этот слайм. Но еще больше мне нравится эта кристальная база. И, кстати, вот такой вот шармик я буду использовать. Баночка вот такая милашка. Кстати, я уже перемешала, получилось, мне кажется, очень круто. Очень красивый слайм, мне прям нравится. Топ, ставлю 100 из 10. Сейчас буду раскладывать по баночкам. Буду использовать вот такие стекляшки. Мои любимые баночки. Так, расставим. И давайте начинать раскладывать слаймик. Посмотрите, какой он классный просто. Давай разложим, посмотрим, как баночки смотрятся. Хотя все равно пузырьки есть, да? Да, но еще добавки поднимутся наверх. Некоторые опустятся. Да. Да, будет красиво. Вот, ну красота! Какая красота! Давайте шармик. Опа, няшка! Так, девочки, лучший слайм в вашей жизни готов. Готов! Лучший слайм вашей жизни готов! Ура! Сейчас я буду накрывать. Я буду закрывать крышечки, а еще хочу построить башню. Кстати, ребята, я вам забыла показать прошлую наклейку и прошлого слаймика Кунг Фу Панда. Вот он няшный, смотрите, какая наклеечка будет. И сейчас вам покажу сразу же на следующий слайм. Фея Компот он называется. Вот, посмотрите. Ну, вообще, я обожаю. А, подожди, так это же не компот. А кто? Это же из свинки Пеппы кто-то. А, точно, это же не из компота с мультика. Это же свинка Пеппа. Подожди. Кто-то. А, ее же звать там, как же ее звать в этом мультике? Я хочу сейчас найти в этом герой. Кэнди, по-моему, кошечка Кэнди. В мультике в свинке Пеппе там была Сьюзи, потом Педро там был, да, да, овечка Педро Сьюзи, был. Педро там был. И кошечка Кэнди, да-да-да. Тогда, наверное, нам надо переназвать, а? Фея Компот не пойдет на этот шармик? Кошка Кэнди. Да. Да, сейчас правильно? Сейчас я посмотрю. Да! Кошечка Кэнди. Тогда нам надо слайм переназвать. Так, сейчас что у нас по добавкам? Разные вот такие фруктики красивенькие. Киви, апельсины. А, у нас теперь не компот. Ну, ничего страшного. Красиво зато. И вот такие вот. Да, вот мы, короче, импровизируем тут по ходу. Хоть это и не компот, но мы цвета уже подобрали, поэтому желтый, оранжевый, зеленый у нас, в принципе, будет клир. И вот такие вот маршмеллоу-шарики. Я уже тут засыпаю. Засыпай. И ароматизатор. Что это у нас? Малина. Raspberry. Raspberry. Я тебе еще предлагаю, знаешь, что добавить туда? Как они называются, Маша? Такие прозрачные фишболы. А, можно. Переделали наклейку, назвали Фея Кинди. А сейчас я вытаскиваю красные маршмеллоу-шарики, потому что они здесь лишние. Ароматизатор будет малины. Итак, слаймик я замешала, он просто очень красивый. Сейчас я буду в баночке раскладывать этот слаймик. Опа, опа. Очень вкусно пахнет, я прям отсюда. Да, малина мой любимый ароматизатор. Я больше всего не люблю чай, мяту, ну, именно ароматизатор. И я ненавижу дыню, это просто самый отвратный запах дыни. Вот у нас остались красные маршмеллоу шарики. Так вот мы иногда перебираем, сортируем, что-то лишнее убираем. Вот как сегодня красные мы убрали. Ну-ка покажи, как получается. Красивенько. Ну классно, ну-ка шарник сверху. Ну, просто. Так вот у нас все стоит, все, что мы уже сделали. Мы продолжаем. Да, я устала. Я ухожу. Итак, ребята, сейчас я буду делать флот слайм Баба Капа. Сейчас я вам покажу наклеечку. Вот Баба Капой. Няшки. Будет вот такой шармик пчелка и вот такие добавки. Будет это флот слайм. Кстати, вот смотрите, Клауд. Сейчас подризлим немножечко. Как давно мы ее снимали. Да, как я дризлю. Как ты дризлишь, да. Классно. Идеально. Сейчас я буду окрашивать этот кусок.
кусочек в желтый цвет. Ну, естественно, его ароматизируем. Так, добавляем желтый краситель. И ароматизатор Маша выбрала. Яблочки. Я еще сюда залью. Не могу давить, слишком твердые банки. Итак, берем банки. И сейчас на дно посыпем добавки. Ой, какой противный звук. Сейчас на дно посыпем вот такие вот штучки. Потом я положу сюда слой клауд слайма. И дальше уже будет клир. У нас будет такой красивый. Так, сейчас я посыпаю вот так вот добавки, цветочки такие. Дальше беру цветочки такие. И розовые сейчас цветочки еще будут. Надо как-то нам эту бабу-капу поставить вот так, чтобы она не лежала там, а она вот так вот воткнутая была. Попробуй так залить. Да, сейчас надо, правда, перемешать еще с ароматизатором, я-то не перемешала. Ой-ой-ой. Самое то, что я больше всего не люблю, это перемешивать с ароматизатором и с красителем, а еще и не люблю делать клауд слаймы. Я, ребят, перемешала, сейчас добавлю сюда вот такие шарики пенопластовые. И еще вот такие вот звездочки. Ой, они красивые очень. Я буду сыпать все. Итак, сейчас я беру кусочек клир слаймика, я уже перемешала с шариками. И добавляем его вот сюда. Потом отсюда выйдут пузырьки, вообще будет топово. Вот такая вот баба кап. Короче, пчелка. Мяско. Сейчас я разложу точно так же во все баночки. Итак, последний слайм, который я буду делать, у нас будет Cloud Slime. Он будет двух цветов, фиолетово-бирюзовый. Я добавлю разные добавочки, он будет называться iCloud. Такие вот дела. Вот такой, кстати, шарменький облачко. Давайте начинать делать. Мы покрасим два цвета, потом как градиент чуть-чуть смешаем, чтобы был красивый градиент. Короче, ну, я думаю, вы поняли. Итак, ребят, я уже окрасила слаймик. Сейчас я посыпаю на дно вот такие вот сердечки. Они очень классные, я обожаю эти блестки. Готово. Сейчас берем два кусочка слайма. И вот так вот немножко хоп, оп, и складываем. Вот так вот получилось, мне кажется, очень красиво. Ну и, ребята, на этом все, уже стемнело, пока мы тут делали эти слаймы. Ну а вы не забывайте поставить лайк и ждите новый листок, он совсем скоро будет в продаже. Спасибо, что посмотрели это видео, всех люблю, всем пока-пока!